За объявлением результатов в республиканском предвыборном штабе партии «Нур Отан» следил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он прибыл туда около полуночи. По окончании оглашения экзитпола глава государства поблагодарил казахстанцев за оказанное доверие партии. Нурсултан Назарбаев отметил, что выборы прошли открыто и спокойно. Напомним, всего для участия в выборах в центре избиркоме были зарегистрированы 127 кандидатов в депутаты Мажилиса парламента и свыше 3000 кандидатов в депутаты маслихатов от партии «Нур Отан». Кроме того, в электоральной кампании были задействованы 16 региональных и 208 территориальных предвыборных штабов. В их состав вошли свыше 4000 активистов и сторонников. Народ еще раз оказал доверие курсу, который мы проводим, тем программам и платформам, которые объявил Нур Отан, доверие пяти реформам, которые мы сказали, и всем программам, которые предложил Нур Отан на это время. Задачи перед нами очень непростые, и эта победа, это доверие народа. Посмотрите, 82%. Какая партия в мире может вообще мечтать о таких показателях?